Свою работу в Карачаево-Черкесии завершила социальная кампания «Продвижение без опасности». Федеральный проект в каждом регионе фокусируется на главных факторах аварийности. У нас основные мероприятия были направлены на снижение количества ДТП, связанных именно с нарушением скоростного режима. Ахмат Халкечев продолжит. Акция нацелена на то, чтобы водители выработали привычку ориентироваться не только по дорожным знакам, но и по сложившимся на данный момент обстановкой на дороге. Для оптимального скоростного режима, подходящего текущим условиям, крайне важно учитывать такие моменты, как погодные условия, время суток и видимость. На конкретном участке трассы отмечают полицейские. Когда у нас нарушается скоростной режим, как правило, последствия бывают тяжкие. Вот, и посему, конечно же, проблему эту нужно решать. И, естественно, это как вот один из методов решения данной проблемы. Принять участие в увлекательной тематической викторине волонтеры предлагали практически всем водителям. Для обеспечения максимальной рандомности категории вопросов автолюбителям предлагают запустить импровизированное колесо фортуны. Ну, вопросы были несложные. Как бы все по правилам, поэтому для меня сложности не возникло. Я все как бы знала по поводу того, что спросили меня девушки. Желающих не только проверить, но и освежить свои знания оказалось немало. Ответившим на большинство вопросов правильно предусмотрены сувениры с символикой социальной кампании. Водители тоже интересуются сами, иногда начинают спорить, и мне тоже бывает интересно объяснять им, рассказывать что-то. Тех, кто помнит все, большинство. Ну а тем, кто все же подзабыл, полицейские и консультанты напоминали простые, но крайне важные правила, которые должны сберечь самое ценное – жизнь и здоровье людей. Ахмат Халкечев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия.